За 5 лет уровень безработицы в Севастополе снизился в 2 раза. Такие данные привел директор Департамента труда и социальной защиты населения городского правительства Станислав Борисенко. Всего за это время в центр занятости обратилось 53 тысячи человек, из них трудоустроено 7,5 тысяч. Станислав Борисенко подчеркнул, что Севастополь занял 3-е место в рейтинге субъектов Российской Федерации по качеству и доступности услуг по трудоустройству населения. За эти годы существенно снизился уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда. Цифры с 8,3% в 2015 году до 3,9% в 2018. Мы понимаем, более чем в 2 раза. Повысился уровень трудоустройства граждан, обратившихся в органы службы занятости, с 29,5% до 63%. В 2 раза количество трудоустроенных центром занятости за эти годы увеличилось по сравнению с 2015 годом, когда мы начинали эту работу. Станислав Борисенко добавил, за отчетный период на 4,5 тысячи рублей увеличилась средняя зарплата у работников бюджетных учреждений. Еще одно направление работы департамента – компенсация долгов по заработной плате. В результате проведенной работы в сфере погашения задолженности по выплате заработной платы с 2015 года погашена задолженность на сумму более 400 миллионов рублей. Это с учетом того, что в 2014 году очень многие предприятия в городе Севастополе исчезли, просто вот растворились, а люди оставались, и необходимо было решать вопросы погашения вот этой возникшей задолженности по заработной плате. Директор Центра занятости населения Севастополя Светлана Рендак добавила, что количество зарегистрированных работодателей увеличилось в 4 раза. Все охотнее предприниматели участвуют в традиционных ярмарках вакансий. База вакансий сегодня составляет у нас порядка 4000 рабочих мест. Сегодня в центре занятости можно получить услуги по вакансиям со всех регионов нашей страны. И в центре занятости существует компьютер свободного доступа вакансий. И есть вакансии по регионам как с предоставлением жилья, так и с достойным уровнем заработной платы.